Сфера бытового обслуживания населения находится ближе всего к удовлетворению растущих потребностей славянцев. Не нуждаются в особой рекламе и сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, и потому их профессиональный праздник не может остаться незамеченным. Это не только очень важная, но и быстро растущая отрасль, которая помогает людям получать необходимые услуги и поддерживает развитие местной экономики. Речь идет о бытовом обслуживании жителей. В настоящее время по всему району открываются новые предприятия общественного питания, предлагают свои услуги мастерские, ателье. И работают там, как и в жилищно-коммунальном хозяйстве, настоящие профессионалы. На торжественный прием главе Славянского района Роману Синеговскому были приглашены лучшие представители трудовых коллективов. Мы всегда понимаем, что построив дом строители, в доме неуютно, холодно, пока туда не подведешь свет, газ, тепло, разные сети, интернет уже сегодня нам нужен, да? Поэтому благодаря вам, благодаря вашему труду, наше жилье, наши дома, они, соответственно, приобретают уют, тепло. Те, кто занимается в сфере бытового обслуживания населения, тоже хочу сказать большое спасибо, потому что все это должно быть. Это наша обыденная жизнь. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко присоединился к поздравлениям главы района и пожелал собравшимся и членам их коллективов успехов в труде, здоровья и благополучия. Мы порой не замечаем, но это очень большая работа за вашими плечами. Работники бытового обслуживания, вам большое спасибо, что действительно вы все делаете и сохранились у нас в районе те точки бытового обслуживания традиционно, куда ходят люди. Вы снимаете вот такую социальную напряженность на территории нашего района. У нас действительно город экономически развит, процветающий. И вот такие люди, все отрасли, делают его нашим благополучным для наших жителей. Была озвучена информация о каждом, пришедшем на торжественный прием. И действительно, эти специалисты достойно представляют свои отрасли. Трудно даже представить, какой бы была наша жизнь без их важного и очень нужного труда. Людмила Самофал из станицы Петровской без малого четверть века посвятила парикмахерскому делу. Коллектив ее парикмахерской работает стабильно и с высоким качеством. Она очень любит свою работу и творчески к ней относится. Наша Петровская, все красивые ходят, все ухоженные, тоже стараемся креативные стрижечки делать. Наших всех коллег с праздником. Хорошего настроения, побольше хороших клиентов и отзывчивых. Вот. Ну и что пожелаю? Достатка. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в честь профессионального праздника все приглашенные были награждены благодарственными письмами и памятными подарками. Мастерство и любовь к своему делу вместе с большим опытом и ответственностью зачастую делают этих специалистов незаменимыми на своем рабочем месте. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».